дырочку на джинсах я заделываю очень даже просто. И это даже бывает незаметно. Сначала вот нужно распороть вот этот седалищный шов. И будем подбирать по тону нитку. Так, вот в эту дырочку, теперь на эту дырочку надо сделать основу. У меня флазелин есть, но я хочу поступить немножко по-другому. Потому что штаны стрейчевые. Беру обыкновенный бумажный клей. Проглаживаю. Вот наношу его. Нашла вот такую мягкую. Как раз сюда она хорошо садится. Вот. Теперь я это хорошо заглажу. Вот она загладилась. Мне нужно просто только для того, чтобы проводить сейчас строчку. И особенность моей вот этой штопки заключается в том, я считаю, что это особенность. Я делаю теперь это, провожу строчку по диагонали джинсы. Ширину и высоту строчки, это стежка, я ставлю на тройку. Ну, еще хочу, ну, моя хитрость одна всегда. Когда шью я толстые изделия, то я натяжение нити ставлю на единицу. И теперь, когда вот шьешь вот этот шов, который вот, седалищный, я называю его, может, по-другому он называется, не знаю, я начинаю шить его оба раза, я его начинаю шить от паха. И вот так вот берешь, разглаживаешь, и получается, оно это будет смотреться красиво. Вот так вот несколько раз надо, ну, как бы зафиксировать. И поправляя, строчим. Вот у меня строчка, у меня нитки подобраны, что и эта строчка получилась. И я, конечно, не шеби-шик, но моей работой всегда довольны бывают. Вот место ремонта, вот оно. Заказчик будет доволен.